Приветствую вас, друзья. Березовая роща. Тульская область, кстати. Смотрите, приехал, давно здесь не был, неделю, наверное. А может даже больше. А тут, оказывается, белые грибы растут. Представляете? Смотрите, какой красавчик. Немножко погрыз, но твердый. Классный гриб. Сейчас мы здесь походим, короче, с вами. Поищем грибочки. Сегодня я с женой, с Оксаной и с сыном. Сын в машине остался, не верит, что грибы есть. А я-то верю. Ну, пойдемте посмотрим. Свершилось, друзья. Мой осинничек. Сколько я раз сюда заходил. Представляете? Сколько раз я искал. И вот, наконец-то, серый подосинник. Я мечтал его найти. Небольшой, но классный. Я так ждал его вообще. Представляете, сколько раз? Я здесь, наверное, уже раз 20 был. И вот первый раз нашел. Представляете? Я рад вообще. Ой-ой-ой, наконец-то. Это фантастика, друзья. Охренеть. Я дождался. Смотрите, подосиновики какие. Сказка. Они... Смотрите, какие большие. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, белоножковые. Давайте посмотрим на них. Вот это красотули. Вот это да. Вот это размер. А этот. Ой, кабан какой. Ух. Вот это мощь. Подосиновая. 2 и молоденькие еще. 3 Фантастика. Ярик, молодец. Передай привет. Привет. Смотрите, друзья, что нашел Ярик. Зашли в лес. И вот она. Какой стоит. О, он изнутри. О! Вот это грибочек. Обалдеть. Ха. Оказывается, грибы есть в Тульской области. Хотя я у нас тоже собираю в Подмосковье еловые. А в Тульской, оказывается, дубовый пруд вовсю. Смотрите, какие красавцы. К нашим подосикам, лисичкам. Еще беляш. Супер, друзья. Я их молодец. Что там у тебя? Это сыроежка, причем уже такая старенькая. Красавчик. Все, друзья, идем. О, друзья, опять Ярик отличился. Ярик сегодня в ударе. Но эти беленькие-то пошли, молоденькие вообще. Смотрите, какие шарики. Класс. Неужели пошли грибы? Уже третий белый. А лисичка вообще валом. Смотрите, друзья, какие лисички здесь попадаются. Вот это мощь. Что значит белая лисичка? Она в 3 раза, наверное, мощнее, чем простая. Такие прямо хочется съесть прямо сейчас. Такой вид у них. И сколько их, ёлка-ломаная. Вроде уж лисички уже были, тут опять. Я лисичку нашел. Лисичку нашел, Ярик? Да, вон. Красота, друзья. Вон они, смотрите. Они классные. Мощные лисички. О, какие. Красотули. Да, клондайк по лисичкам вообще. Хо-хо-хо-хо, друзья. Смотрите, какой. Красавчик вообще. Ой, так легко снялся. Какой он ровненький, смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. Идеальный. Какая шляпочка. Вот это гриб. Красавчик. Твердый, кстати. Отличный вообще. Ха-ха, белиссимо. Все-таки потихонечку попадаются.
Это какой-то обгрызыш попался, но белый же был какой хороший. Смотрите, как его сгрызли. А был прям шарик, видите. Да, грибы-то здесь, наверное, поели слизни. Да, приятно такие грибочки собирать. Сухо. Грибы хорошие. Достаточно крупные такие. Классно. Приятный сбор грибов. Эх. Беленьких, конечно, маловато. Но есть. Вот начало это или конец? Я думаю, начало. Так что будем верить. Красота летнего лиственного леса. Березки, рябинки. Прекрасная погода. Погулять. Одно удовольствие. Грибочки попадаются. Оп, еще. О, жена зовет. Оу! Уже поспевает костяника. Кислая. Еще не созрела немножко. И вот такая красота сегодня, друзья. Замечательная корзиночка. Лисички, целая корзина. И вот сверху беленькие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть белых. Три подосиновика. Один подосиновик серый. И дубовичок оливковый. Ой, дубовичок упал. Видите, какой он красненький. Фу. Ну все, друзья. Отлично погуляли. И погода жарко. Но после дождей лес еще влажный. Наверное, набирает оборот. Я здесь не был неделю. В принципе, неделю назад тут уже не было ничего. А сейчас появилось. Значит, появились грибы в Тульской области. Я думаю, скоро будет их больше. Я думаю, что я сюда наведусь дня через 4. Посмотрим, что здесь будет. Такие вот грибные новости с Тульской области. Ну, я с вами прощаюсь, друзья. До новых встреч. Желаю вам крепкого здоровья. Это самое важное в нашей жизни. Будет здоровье, будет все остальное. Пока. Сказка. Чуть-чуть пробитый, почти чистый гриб.